приехала в аэропорт. Друзья мои, я сижу в аэропорте. Сдала багаж, заплатила более 3 килограмм, и сейчас сижу. Мои дорогие, жду своего самолета. Потом расскажу, что со мной произошло. Я такая вообще смешная женщина. Билетики, все со мной, билетики, билетики. Пока не забыла, хочу сразу вам сказать, что, значит, за лишний вес, за 1 килограмм берут 12 лир перевес. 3 кило у меня было перевес, 36 лир взяли у меня. Пока не забыла, говорю. Сижу, жду и хохочу. Весело мне. Со Шкемом все время разговариваю. Мои хорошие, я села возле окошка. До свидания, Адана. Сейчас говорит, что там облачно. А здесь не наш дождик прошел. Ну нет, он спал.
море попьешь. И снова мы остановились в очередном в автостанции какой-то, не знаю. Не знаю, уже сбилась со счету. Наверное, час остался, я буду в Батуми. Друзья мои, у меня так неожиданно произошла эта поездка. Я собирала, я хотела, чтобы мои дети приехали. Дочка, сын с тремя внуками. Но дочь работает, поэтому мне пришло, я послала до этого деньги на паспорта, чтобы они все сделали. И вот выехала сама. Мой муж сказал, езжай ты и забери их, привези сюда. И они у меня будут, я сейчас приехала с такой целью, сделать свои документы для подготовки к гражданству, также еще кое-какие с банками там, и забрать деток с собой, и сына, и вместе с сыном, да, поедем. Я настолько счастливый человек, что у меня все мечты сбываются, то, что я говорю. И просто предвкушаю встречу с мамой. Кстати, она ждет меня 8 числа. Никто не знает о моем приезде, кроме сына, который будет меня встречать. Какая красота! Столько зелени! Почему здесь много зелени? Потому что здесь много дождей. А вы так смотрели? Наверное, я только одна еду до Батуми. Все где-то здесь выйдут. Меня тут повезет. Еще был рейс, я вылетела без 10:02. Был рейс 4. Представляете, как поздно вообще была бы одна. Хорошо, что рано вылетела. Но я очень довольна дорогой, поездкой в аэропорт. У меня там Мерси, в Адане. Все было по плану, все такие, знаете, какие-то доброжелюбные, что-то спросишь, они сразу ответят, отправят туда, пожалуйста, не цепляются, ничего. Обожаю турецкий народ, действительно. Ну, конечно, жизнь на Черном море, побережье Черного моря и побережье Средиземного отличаются друг от друга, уже чувствуется по билетам. Например, вот Индеру я позвонила и сказала, что билет от Трабзона до Сарби стоит 70 лир. В дороге 3 часа. А вот мы 1.5 часа ехали от Анданы, 24 лиры взяли. Как-то так. А маршрутка 10 минут езды, 11 лир взяла. Чувствуется разница. Смотрите, какой красивый закат. Черное море, аж не верится мне, что я скоро приеду в Батуми. 2 года у меня не было, 2 года он так похорошел, изменился. Мои дорогие, скоро осталось очень мало. Покажу на море со своими внучками. Кстати, внук вчера так заболел, была температура под 40. Моей мамы точно будет сюрприз такой. Хотя бы не очень сильно она испугалась. Потому что я вот... Она ждет меня 9, то есть 8 послезавтра. Я еще сказала себе, с утра с ней разговаривала, спрашивала состояние ребенка, внука Деми. Он вчера прям лежал никакой, дочка была в ночи, она одна в панике. Но это не то, что одна там, но все-таки. И вот я была с ней всю ночь на связи. Это была у меня всю ночная. Во-первых, до 3 хватилось. Загружала вам, монтировала видео, чтобы, ну, сами понимаете, первый день приеду, не буду уже с телефоном сидеть, уже и нет такой возможности, как раньше. Сама себе хозяйка. И монтировала видео для вас. Собрала чемодан.
постирала все вещи, чтобы перекладила мужу вещи, чтобы все потом все чисто. Полы перемыла, посуду перемыла, везде все перемыла и так это оставила. И получилось так, что я легла где-то полчетвертого, потом опять пошел сильный ливень. Я удивилась, проснулась, конечно. Сняла я белье, потом не могла заснуть. Полшестого заснула, полседьмого, да, полседьмого проснулась на йогу. И вот весь, всю дорогу я сплю, друзья мои. Такое вот у меня состояние. Сильно устал. Отлично. Смотрите, прямо как дома здесь расположены, никакого света нет. Видите? Посмотрите, друзья, тут почти никого нет. Я подумала даже, что я не смогу. Вот этот все закрыто, не попаду. Вот у меня такой чемодан, компьютер тоже. Я вот так вот ложу. Такой чемодан обалденно хороший. Колесики вообще супер. Теперь надо будет донести. Ну все, мои хорошие, я сейчас буду проходить границу, самую главную. И встретимся с вами. Все, я пошла. Смотрю, наши грузины пошли. Так, едет. Все, друзья мои. Встретимся на той территории уже. Мой сыночек меня ждет. Пока-пока. Как хорошо, что работает эскалатор, а то бы я не дотащила бы наверх. Буду все вам показывать, пока возможно снимать. Надо переходить. А здесь, смотрите. И здесь тоже. Еду. Какой длинный коридор, нам и надо идти. Здесь эскалатор не работает уже. Хорошо, две женщины встретились, и то бы я одна заблудилась по этому коридору. Темно, несколько выходов есть. Но слава богу, мои хорошие. Вроде бы что-то будет. Скоро будет встреча. Сколько коридоров не заканчивается, прошла границу турецкую без проблем. Сейчас перехожу на грузинскую, чтобы не уехать. Мы спустились уже, и вот граница Грузии. Сейчас мы по коридору пойдем на проверочный пункт. Вот так я иду с двумя женщинами, не одна. Мой сыночек. Дождался мамочку. Друзья мои, какая я счастливая. Батуми, я в Батуми приехала. Сейчас мы сядем на такси и поедем. Мой сыночек мамочку встречает. Не знаем, как что придумать моей маме, как зайти. Вы понимаете? Ашкан... Ашкан, говорю, господи. Ой, боже мой, на водителя сказала, что вот привыкла я. Короче, садимся мы в машину. Тут маски не надо носить, друзья мои. Я решила проехаться по городу, так как буду сидеть 8 дней в карантине. Thank you.
или нет еще? Да, почти. Становится, да?